Вечный огонь – символ памяти и победы. В День памяти и примирения на Аллее Славы зажгли символический вечный огонь. К этому моменту запорожские школьники подготовили и представили свои изображения красных маков – нового символа победы. Накануне в Запорожье прошел городской конкурс детского и юношеского литературного творчества «Квітневі дзвони», в рамках которого были определены лучшие литературные произведения «Память наших сердец». Школьники представили свои рассказы, литературные наброски о погибших воинах, участниках АТО, стихотворения о мире и завершении войны. Также накануне 70-й годовщины победы над нацизмом в Европе был организован городской военно-спортивный конкурс «Патриот отчизны» с участием команд старшеклассников от каждого района города. Ветеранов войны. После зажжения огня памяти участники детского коллектива прочитали молитву, в которой просили о единстве, мире, спокойствии и согласии. В завершении мероприятия все желающие могли прикрепить мак – символ победы над нацизмом в Европе – на инсталляцию. Всего на поле маков запорожцы прикрепили 1500 цветков.